Народный избранник Вячеслав Калинин примерил роль учителя физкультуры. Он стал участником регионального флешмоба «Зарядка с депутатом». Перед законотворцем стояла непростая задача – обучить воспитанников 10-й гимназии азам грэплинга. К этому уроку Вячеслав Калинин готовился 2 месяца. Поладить с приемами борьбы без правил ему помогал чемпион мира по грэплингу Артем Петухов. Он же стал ассистентом депутата во время зарядки. После разминки спортсмен и народный избранник показали школьникам основные стойки и броски единоборства. Вместе с гостями подрастающее поколение выполнило упражнения на все группы мышц из боксерского арсенала. Флешмоб «Зарядка с депутатом» запустила в Подмосковье общественная организация «Росмолспорт». Его цель – пропаганда спортивного образа жизни и мотивация молодежи. Я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.